Здравствуйте, мои дорогие! Я дед Еремей. Сегодня у нас на календаре 27 июля, и многие из вас отмечают День Ангела. Это день памяти святого, имя которого было дано христианину при крещении. Поздравляем с именинами Никодима. Это имя имеет греческое происхождение и переводится как «побеждающий народ». Небесным покровителем его является преподобный Никодим Святогорец. Давным-давно, в 18 веке, на святую гору Афон пришел молодой человек по имени Николай. Очень он желал стать частью братьи, так как внутри него горела любовь ко Господу. Принял он постриг с именем Никодим. Первое послушание его было письмоводителем. Это стало началом его многолетних литературных подвигов. Под началом старца Арсения Пелопоннеса он ревностно изучал Священное Писание и творения святых отцов, да так, что до конца жизни знал их наизусть, помнил главы, страницы, стихи и на память цитировал. Только тяготел преподобный Никодим к другим подвигам. Принял он великую схиму и 6 лет провел в безмолвии. Но прибывший на Афон митрополит Коринфский возложил на инока новое послушание – редактирование творений преподобного Симеона, нового богослова. Пришлось ему вновь заняться литературным трудом. Десятки лет он служил на этом поприще, не забывая вести поистине аскетичный образ жизни. Представился святой Никодим в возрасте 60 лет, оставив после себя огромное разнообразие литературных творений. А еще своими молитвами к небесным заступникам мы поздравляем Степана, Анисима и Ивана, а также Константина и Николая. Не забудьте посетить храм, а если возможно, то и причаститься. С днем ангела вас, мои дорогие! Пусть все святые молят Бога о нас. Да хранит вас Господь!